Фирменная торговая сеть, перспективы сотрудничества с зарубежными партнерами и продвижение торговой марки. Эти и другие темы стали поводом собраться журналистов Минщины на Солигорской трикотажной фабрике. Основной партнер – Купаленки Россия. В этом году фабрика планирует увеличить экспорт и начать поставки трикотажа в Израиль. Для юго-западного партнера солигорские дизайнеры уже разрабатывают новую коллекцию. В данное время активно ведутся переговоры на поставку одежды литовским компаниям. Некоторое падение на российском рынке произошло в предыдущем году. Сейчас мы отстаиваем свои позиции, возвращаем их, поэтому увеличение экспорта уже наблюдается вот последнее, в первом квартале вот начала года. Поэтому у нас есть чувство оптимизма. Я думаю, что уверены в том, что российский покупатель от нас никуда не идет. Что касается диверсификации рынков сбыта, сейчас прорабатываем вопрос по работе с Украиной. Особое качество за небольшую цену. Купаленко выпускает порядка 300 тысяч единиц изделий в месяц. Продукция для женщин, мужчин и детей. Но сначала полотно. Жизнь новое изделие получает в вязальном цеху. В месяц Купаленко перерабатывает в одежду около полусотни тонн полотна. Часть из них собственного производства. Полотно у нас хорошего качества, потому что мы используем сырье хорошего качества. Машины у нас производительные. Эти машины дают больше килограммов, чем старые, в два раза. Поэтому они более выгодные. Парк основного технического оборудования – более 600 единиц. Использование в основном производстве современной техники позволяет расширить возможности технологических процессов. Например, американское стеллание «Гербер» может раскроить до 3 тонн полотна в смену. Погрешность в выкройках сводится к нулю, а отходы полотна минимальны. При этом процесс полностью автоматизирован. В данный момент, вы видите, наблюдается раскрой туники женской из вискозного полотна с набивочкой. Пошив, глажка, упаковка, главное – контроль качества. На стене большой монитор с планом задания и пошитых изделий. Грустный смайлик – стимул увеличить производительность. Должно быть качество и пошива. Люди покупают. И сам покупаешь эти вещи, тоже не хочется плохое покупать. Поэтому и стежки, все учитывается. Для производства изделий Купаленко используют только натуральные полотна, в том числе и белорусский лен. Ставку делают на разработку новых коллекций и новые дизайнерские решения. Все больше интерес к продукции проявляют индивидуальные предприниматели. Хотелось бы поблагодарить их за то, что они проявили интерес к нашей продукции. И вот, допустим, за 2015 год у нас появилось порядка 140 новых предпринимателей. Ну, это для нас хороший знак. Уже в текущем году эта цифра порядка 60 составляет. Трикотажные изделия под брендом «Купаленко» реализуются через крупнейшие торговые центры и дома торговли Беларуси. Фирменная сеть насчитывает 11 магазинов. И еще 3 магазина готовятся к открытию в Минске в этом году.